вот, наконец, такая просьба. Михаил написал мне, что за песня, которую вы сочинили? Пропойте, пожалуйста, «Цветет и пахнет абрикос». Вы, Геннадий Петрович, уникальный человек. Ну, это, конечно, меня, как бы сказать, это самое. Ну, я знаю, что я такой. У меня есть разного рода музыка, и я... сочиняю для того, чтобы, как, ну, громко сказать, сочиняю, для того, чтобы разукрасить свои видосики. Вот, естественно, я пытаюсь, сделал песню новогоднюю. Новогоднюю песню вы все слышите, да? Тут, конечно, мне Владислав Исаев помог, профессионал этого дела. Но идея была-то моя, моя. Я считаю, что это все мое. Вот, несмотря на то, что это, как бы сказать, повтор там некий, как это называется, ремейк или там что-то там такое. Ну вот, музончик так немножко демонстрировал. То есть, знаете, самому для души, для того, для сего. И я думаю этим делом заняться более, так сказать, активнее. Вот это все закончим, потому что касается оздоровления, я уже основное сделал. Если человек болеет, прежде всего, из своего организма надо вышкребти, ну, грубо говоря, от 5 до 40 килограммов дерьма, который он накопил за всю жизнь, и он станет опять здоровым. И не набрасывать его ног. Вот. Значит, я тут немножечко вам тут демонстрирую музончик. Пока, да? Ну, практически многие из них. Я выставлял видосиков. Вот она такая интересная. То есть интересно мне этим делом позаниматься, но пока я внутренний импульс не ощущаю. А это что такое? То есть тут у меня набралось уже на целый альбомчик небольшой так. Но вот что касается песен, конечно, тут надо музыку. С музыкой я еще особо не дружу, но тем не менее, как говорится, хватит рассказывать, а именно исполним эту песню. Я могу там потом немножечко даже с этим самым, как я музыку слышу, но надо же владеть этим делом, как ее принести. Итак, цветет и пахнет абрикос, весна бушует, так и надо, а у меня один вопрос, где ты живешь, моя отрада? Весной, девчонки, как цветы, нарядно пахнут и к
красивы, их платья словно лепестки, их платья словно васильки, и голову мою волнуют. К тебе я смело подойду, смущение пряча за улыбкой, и за руку тебя возьму, в твои глаза я загляну, и это будет не ошибкой. Цветет и пахнет абрикос, и белый цвет подобен снегу. Весной волнует нас любовь, весной волнует нас любовь, и это здорово, ей-богу. Ну и теперь, смотрите, цветет и пахнет абрикос, та-да-да-да-да-да-да-да. Весна бушует, как и надо, да-ди-да-ди-да-да-да-да. А у меня один вопрос, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А у меня один вопрос, да работи, ди-ди-ди-ду. Где ты живешь, моя отрада? Весна, девчонки, как цветы, па-па-па-па-па-па-па-па. Нарядные пахнут и красивые. Их платье словно лепестки. Их платье словно васильки, и голову мою волнуют. Та-ра-ба-ба-ба-ба-бам, па-ри-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, это что-то на вроде танго. Итак, Михаил, я исполнил вашу просьбу, Ну, что сказать. Пишите. И прочее. Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит и наряженная елка. Огоньками нас манит. Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам